Dacia Słowieska, no że jeszcze Roman Dłoń popi, hajmuje po prostu z Bacharów. Zacinia z kłosy. Nie chcesz kłosy, 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 nie Немає проблем, да, скажи, Три контраварі. Ну, я привіт, як потерили на суд, для апеляційний суд. Кюю пісідору рятувачила лукру. Треба си платити до за 60 мільді гривні, ну, я на спеціально не надо. Компенсація. Є за тушку спеціально не надо, за тушку адміністрацію спеціально є. Ну, є кредит, то що є, я тебе сам не надо. Як були директори? Хто були директори? Да, руку заучить, чого заучить? Лопу завжди впустили. Сам буде звути економія ця людина. Так, а чи його сам дрекуш, так собі купити? Я думаю, ну і платим, так, є економія. Так, я собі вам прийшов на ногу, я сплатив. Правовая допомога, потрібні платити чи ще. Я зараз на нас русла бедна я маю. Поміше суди крипи, так? Так, я маю бачу чи. Чи компенсація? Є вопрос? Чи компенсація? Шай прозачинить заробітна плата. Чи адвокат стаття на члена чинчить чин суті компенсація за правову допомогу? Жена плата буде, як закрашить ремку. Да морально, да морально, да морально. Нічого не знаю. Можете поморальніше. Ти от піде буде поморальніше. Але це варість вигляди, там є щорки та бігля. Я сходив, я сходив, я сходив, я сходив. На суд треба вирішити, що треба комісію. Від чого прийти до рішення? Для кожної рішення сесії і незаконно. Закон про місцеве самоврядування. Скуник, треба не піднятися. Йому арі треба, зараз тут я скачу, чи приміщу подарити сесію. Йому типу не подарити сесію. Владимир Дмитриевич, так, у нас есть компетент на самом деле дискуссия. Ел три веса, но мне принялся, когда вес есть. Так, ел мне нечий спец. Ел устала в углу. Так, вот это видео, а мы не спит, да, послушай, когда Кирды сюда звали все время Василий, 30 дней. Учи меня мы есть. Если мы я в гос, ты фреску для вас, но это зачем? Чрева за идея, а если почему бамба? Депутаты сусын бамба, Фарис Мицаряга. Так ты их подъявил? Да. Чи проблеми тюрі? Бані не бюджет. Я не той, що є бані не бюджет. Не цільової. Є цьому фурмоз. Не цільової. Спільно, покажи, ну, вот так, ну, в тім, нас, вот так, депутат, сфа, давай, ну, тим, сні, лом, так, шрівалі, гамбіті, ну, і тесно, і суфрем, гамбіті, а вони сфа. Вот так, це тоже бані на поїда, ну, ж про детський район, а сфак порядок. А все, ну, сфа. Ну, так, це чого? Та так, я тут час спус. А сфа, ну, час спус, а тут час. Ну, так, так, чвай спору дати. Так, чрева за ідея, за ініціатива, но и сусынем. Ну, как и сусынем? Чемпион на Демба, вот так же дам новый микрофон адвокат, вот так же дам пазы до Дмитрия на больнице Качева, вот так же дам три за Дмитрия до
20 mila de ce? Dar ce biget nostru e din noi? Știți, plângem, nu avem bani. Nu te poți fi 50.000, 60 ca să te obții cu 3 grestea, noi facem o cadă bibliografiască, la Târnauca, la Vicești, la Pătrășivca. La când să vară, pomoți mi să te zici. Pajarul, eu din casă s-ar putea mai spun o dată. Fiindcă noi, faptici, noi nu cerem nicio răspundere. Pentru ce votăm? Ce? O spus. Pasă de câte euro, stai-mă câte euro, adică mâna. Dar păstestea, să dai de jertfă. Nici banii la mâncare, ca fiind și doi copii la alcanță. Nici sau ajutor la o om bolnav de rac. Poftim. Hai, plecuți să știm, alea, deputați voi. Eu înțeleg că sunt este politici, că este probleme care sunt, noi înțelegem asta. Dar nu trebuie să lucrăm prin habiții. Prin habiția ne costă bani, vedeți, când 25.000 am avut, era eu de biget, 25.000 e mine de eu, dar găsând 5 amară și luat 10 mașini de plus. Asta, 25 mașini de plus. A, deci 25 mașini de plus pe mine, a zis pe loc. Da. Dacă e mașini mă da. Și ai drumul, ai drumul de aici până la liceu făcut, până la viață drumul. În două zile locuri. Și asta e că? Părăm ușa să-i luăm alea de minte ca să nu te obim banii iurea. Păi, Dragoș, am vorbit mult. Am vorbit mult. Concrete pe dejene, vă spun asta. Concrete pe dejene am spus, nu te-ai dat idei prostești? Работă cu oligom poli. De biza deputat să-ți iei să se plinească. Все. Concrete pe dejene, să sunt biza, să fac cu fiară. Eu am spus atunci, când am fost cu țâncă. Am ia... Nu te-ai dat idei de bijetul regional, zici atunci. Dar de unde vreau? De unde vreau? De unde vreau? De subvențele? Care subvențele? Zașa din nou, adică știți le reșeie subvențele. Subvențele tot. Dar dacă sunt viața, facem mai mult nici. Păi poți face foarte mult, știți mai bine mine, eu nu știu. Nu, alea că știu cum sunt. Bine. Și nu trebuie că eu fi bani în lume, a Iulia șefului, noi vrem să avem ambiții. Vedeți cum, eu nu mă vin doar zic dumneavoastră, poți să spun idee. Eu nu înțeles situația. Nu, iară, nu știu, doar vreau să ceară în sub ceară în stație. Păi știți, nu Возражайте, что мы что вот одна бомба в году. У вас должен быть юрист, который должен подключить. Вы у вас срок подняли по ликвидации. Слушайте меня, послушайте вас. Вы должны мне почему сегодня поставили вопрос снова по ликвидации. Иван Иванович, сколько нужно на ликвидации больницы? Вы посчитали? Мы посчитали, надо 3,5 миллиона дать расчетам людям. И вы подобаете это снова этот вопрос по ликвидации. Если у вас 3,5 миллиона бюджета, вы потратите так, в сторону? Нет у вас таких. Надо думать немножко, что делать. Вы подставляете нас. Давайте ликвидируем, давайте ликвидируем. Надо думать о последствиях. Какие последствия будут после этого? Не амбиции, не амбиции. 3,5 миллиона с бюджета надо дать, чтобы рассчитать 300 человек, а потом принимать другую больницу. Зачем это делать? Есть процессы реорганизации, есть оптимизации, но не ликвидации. Это можно все делать при оптимизации или при ликвидации. А мы принимаем, вот, давайте мы будем ликвидировать. Должен быть у вас юрист, который должен вас учить. Юрист должен быть грамотный. А если у вас юриста нет, который не знает вас, сколько будет, то, конечно, будут такие ситуации на юристе. И вы подставляете нас. Нас? Нас, потому что мы поднимаем... Вы только начинаете понимать, что это есть такие вопросы. Не надо говорить-то еще раз. Вы только за себя только отвечаете, я не за себя голосуете. А вас, проблема районов уже никогда не интересовала. Я не за себя отвечаю, я отвечаю за работу районной рады. Которая должна работать вы в любом поле. Работа районной рады пока отвечает. Мне все равно, я в любой теме могу отвечать. Дмитрий, что мы выпьем депутатов, что кто один? Вы вместе с нами районная рада, а вы один кто? Ребята, ставьте вопрос. С вас вьется вся область. Сколько можно про это говорить? Я уже специально... Сегодня же вам еще раз сказал за нарушение закона. Вы опять нарушаете. И с вас вьется, как с клоуна. Не переживай. Не переживай. Мы сегодня приняли вопрос угодового. Я ничего против него не имею. Но у вас разрешение с администрации есть? Нету. Департамента нету. Мы приняли этот вопрос. Вы приняли, принимайте. Где департамент? Я должен пойти в интернатуру, чтобы быть... Я вам начитал. Плохо, надо читать и уметь читать. До конца, до конца читать. До конца, что написано. Человек должен пройти 2 года интернатуры по семейной медицине, но никогда не пришел. Ему это не нужно. А временно он может работать и год, и два. 6 месяцев. А вы поставили... Ну, 6 месяцев. 6 тысяч, откуда 6 тысяч? Если бы я поступил на 2 года. 6 месяцев. Он не пройдет. И вы снова толкнули людей на голосование. Голосовали. Я хочу по этому вопросу. Первое, что уволили незаконно директора лицея. Может и незаконно, да, действительно. Но когда о законах было проведено собрание учителей, так проводится, учителей лицея.
где проголосовали более 50% за увольнение. Они проголосовали, почему районы видео освіти не звільнили його. Він мав на це обов'язок. Ну що не хоче? Тоді сделали. Когда прийшло столько людей здесь, і може не так, я проголосував за. Почему это я сам? И что бы ни делали на Белоруссии, как вы ни пытались, у вас не получится без ликвидации. Я имею в виду круглосуточное дежурство. Вот вы сейчас пытаетесь круглосуточное дежурство Гирьков. Когда получится? Как что до сих пор круглосуточная помощь медицинской не оказывается? Что вы такое говорите? Я вам говорю. Что вы говорите? Что вы очень надаете? Потому что человек... Что вы говорите? Я вам объясняю еще раз, чтобы люди все знали. Хирург, или терапевт, или детский врач, когда он не обязан сидеть дома в нерабочее время, он ургентный, за это ему не оплачивается ни копейки, только за фактическое работное время. А если человек того не окажется в тот момент дома, когда привезут кого-то сильно, тяжелого больного, кто ему окажет помощь? У него можно сказать? Никто не окажется. Что хоть квалифицированный в помощь? Хоть один больной умер, его не понадобили помощь? Квалифицированную помощь никто не окажет. И надо мне это вы не умеете наказывать помощь, понимаете? Я вам объясню. Не рассказывайте, что не проводится медицинская помощь круглосуточная в больнице. Как оказывается? Нормально оказывается? Когда физиатр дежурит, приходит больной там с раны, куда и некому зашить? Да Илья Швуд. А что не приходит, и не зашивает? Я предложу, артист, почему должен сидеть дома? Делался график, описывался за того врача. Почему должен сидеть дома и ждать, чтобы меня вызвали? Меня не оплачивают. У вас что? У вас в районном бюджете есть деньги, чтобы оплачивать круглосуточную медицинскую помощь? Да. Потому что, когда он... Потому что... Стоп! Давайте я объясню депутату, чтобы понимать. Когда доктор сидит дома, он гендирует на дому, ему деньги не оплачиваются. Они оплачиваются только деньги, когда он приходит, надают помощь. Правильно. Теперь послушайте меня внимательно. Теперь он будет сидеть постоянно в больнице, вы ему должны круглосуточно. Четыре хирурга, да? Например, держу ургентный, к примеру, я, скажем так, да? Остальные трое, они не ургентные, они где-то там уехали, пойдут. Но я тоже не обязан сидеть дома, и значит, меня вызвали в больницу. Я тоже уехал. Если вы отправляете как ургенца, если вы... Я не обязан если ургенца в доме сидеть дома. Это ваш член. На мой суспуск, ну, саджунджи зарплатой, вам знаешь, да, лазы варианты, по форму, дре песа, по миллион с часу. А сам лицу хотит на тесях работник, читать лабораторий, каринуски, такой еще работник. Мой не скажи за нам тренировать. Говоришь, да не полустуть. Ну, я на так, материальная помощь. Вам есть как интересно, акцент зарплаты. Ши Лумина. Стицкая Анну Треку, 20 дианалист, Анну Иса, 20 дианалист, сон Марин зарплат, Лумина, кто был защитить прочее. Смотри, там то я. Шабуя, când am primit bugetul, s-a spus să micșorează lumina, scade, 50%. De luna asta, gata, s-a scumpit cu 10 capeci lumina. La noi, la 500.000 de kW, când cheltuim în pilonă, asta e foarte mult. Noi avem 4 milioane la lumină. În două luni de zile, noi cheltuim 2 milioane și jumătate. Și la noi, întâi care școală, e trig, care se încălzește pe lumină. Mergești, vedeți, că au copii, e trig. Noi le-am dat la director, ce-ați dat sumele, am spus direct, faceți cum ies la scuteală. Ei nu intră niciunul, ei spun, ce-ți facem? Să lăsăm copiii ce să îmbolnăvească? Dar noi împărțăm banii, șut la una și la altă. Ce spune bugetul ecologic? Bugetul ecologic ce spune? Când trebuie să abispecesc, dar și eu mai stătești? Eu am citit două scrisori. A spus părerea finanțelor problemele la bugetul comisie. Matai, ai fost la bugetul comisie? Da, am fost. Cine m-a auzit pe mine? Eu am auzit. N-ai spus nimic când noi am întrebat, se poate dat sau nu? Промолчал. Да я чистую стесой, Петру Казначевский. Да. Что ты видел? Валентин Дмитриевич. Что ты видел? Отдел образования. Я господин Иван Константинович. К тебе слово болез. Кому принят котарире для сессии? А что ты сказал? А что ты вообще? Я вам еле за Дунайлен Басторин. Что я парень? Я контракт. Чего ты? Это когда колоссальный. Кому принят котарире? А что ты вообще? Кому принят котарире? Ну, а вот это мотив был, но я ничего проблем.
Україна, що ти вичерпів лікарю хостелю Україна, а не ще раз, ти вдів попасти на семінарі колективу. Чи так, одягайся сам віці, де попросить. Це дістружі чи чим? Павій Ніколаївич, Матанець туди пост. Казалець і пост. Матанець і пост. Дай ви пуні. Час мені це буває, бо я це здав здарить саме часу кукубані. Думай, що перебирає. Тот за сині, Сергей Николаевич,
Глибочана Тетяна Ніколаївна. Гріб Світлана Анатоліївна. Доровтій Василій Валентинович. Дубець Віктор Антонович. Кіларо Ігор Георгійович. Криган Марин Михайлович. Курикеров Анатолий Николаевич. Курикерова Урика Васильевна. За. Луклан Куца Георгиевна. За. Павел Петро Петрович. За. Петро Петро Троянович. Сума не голосует. Подураро Анатолий Васильевич. Відсутній. Рибта Северин. За. За. Середяк Сташко відсутній. Танас Константин Константинович. Танас Михайло Константинович. Тимофтій Михайло Іванович. Тимко Оксана Васильівна. Курдяк Іван Троянович. Цинтар Авріал Васильович. Цинтар Сергій Авріалович. Не голосує. Цопа Петро Михайлович. Чеботаро Іван Іванович. Чукля Віктор Михайлович. За. Швабу Вірел Харламбович. За. Якобан Валентин Дмитрович. За. А один не голосував. Один, так? Один, двоє не голосували. Так, утрималися двоє. Двоє. Утрималися. Значить, 25 за. Проти немає, утрималися двоє, не голосували двоє. Розглядається наступне питання. Про внесення змін до складу постійної комісії районної ради. Формація на розпочатку. Найдернув дому таким спектакльські серії, що ну пусть мандат, ну пусть лупує, ну лаху дезу. Ну куди його затор спізу. Депутаты Олеся Татьяна Николаевна, она будет из Пациентским В, депутаты Олеся Татьяна Николаевна, потому что после этой комиссии Гарри Сиамной, Татьяна Николаевна, Мокулу. Мокулу, да, я как бы у вас не делал с тех пор. Андрієвський Корнелій Константинович, Ватаманюк Аліна Віорєловна, Георгів Давид Петрович, Георгів Петро Петрович, Гордость Сергій Ніколаєвич, Глибочану Тетяна Ніколаївна, Гріб Світлана Анатоліївна, Доровтій Василій Валентинович, Дубець Віктор Антонович, Кіларо Ігор Георгійович, Криган Марин Михайлович, Курикеров Анатолій Ніколаївич, Курикерова Ріка – за, Луклан Куца Георгіївна, Павел Петро Петрович, Петро Петро Троянович – вийшов, так? Подураро Анатолій, Рибта Северін, Рибта Северін Георгійович – за? Середяк Сташку відсутній. Танас Константин Константинович. Танас Михайло Константинович. Тимофтій Михайло Іванович. Тимко Оксана Васильівна. Фурдіак Іван Троянович. Цинтар Авріал Васильович. Цинтар Сергій Авріалович. Да. Да, за. Цопа Петро Михайлович. Чеботаро Іван Іванович, Чукля Віктор Михайлович, да. Швабу Вірел Харлампович, Якобан Валентин Дмитрович. Да. Так. Двоє не голосували за 27. І не голосувало двоє чоловік. Рішення. Давайте наступне питання. 21. Про умови оплати праці голови районної ради та обласної голови районної ради за 17 років. Дякую, Майсон, у вас на руках є проєкт рішення. Прочитати чи
Значит, будем призвать. Ну, до колеги, под Викарян, на Шапутану, с Андрешки надбавка за 20 лет. Шефу Козьмирогоня, шеф Торгов. Сейчас подарите свои пенсии. Он хотел Чому та інші приймати? Щомісячно голову та заступника, так? На 55-му, звісно. Ми приймемо, так, вона жить зарплати. Кума са сломрі. А ви моральне право спочатку, що ти лумі навіть зарплати, та чи не варіш приймати? Ну, не можна. А депутат, районна рада, запитали сидіти з приміром, на голову на раді заступнику, все там. Є у копійку на владу. Є вам моральне право, чи я все ще вас знаю. Ну, бачите, це спецнець діла голови районної ради прим'я. Я сам відказуюся. Таке не буде, але ми не плачили, а сьогодні дає дитину. Чи вас заплатили? На чим ви поставите, ну, так, відчиня стрес. Директор, це значить, що ви поставите. Вечеря стрельбы, правильный хер, заумник, типа, в моей инстанции, где тебе придет Чернобыль, когда я долго за это платить время, ТЭЦ на цитуре, надбавку, ТЭЦ поголовно. Значит, надбавку, но время. ТЭЦ поголовно. Потому что комендивно с черем гарми, который они должны заплатить, Чернобыль снова не рады. Вечера не херца, и у них горят ары. Значит, я тебе отсюда не сумеется, да, меня отпустить. Ну, Марина Михайлович, там, да, да, ну, он дает, что суть, да, 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 Освітня суб'єкція чи придбання партії, він державний бюджет, що фізична тота ж. Є от мене варто розповідати. Є партія, голова районна. Я вам відразу вас прокомендую премію, і мені не потрібна премія за цю. І не збирає навіть партію. Ви кинули студентські наші обліки. Там моральне право, це свій основ'єм. Послухайте, бай секунді, подарили сесія. Конкретно сесія? Є у нам десь ПТ задати заявлення, нам буде ПТ. Давай, десь пробіл, навіть будеш ПТ. Його пропонував Денис. Кенопеха, десь є на комісії, де буде ПТ. Його пропонував Денис, і на голову ради Денис, вот теж на заступника Денна. І на мій теж є конфлікт інтересу, то потім припробував вже ПТ. І тут з заявлення. А ось тут є Денис Летар. Я буду ехать на та. Ну, не перейти. У тебя есть спуск про вас, а есть спуск про вас. Где у вас заступник, и она принят по копейке? Кирофос, а что у нас? Кирофос, да, вот, ну, нема, пока там маскута, там, не короче, ну, да, фига, что да. Да, кратко, ты не скрыл. Ну, я сейчас утром, потом еще с удивлением, ну, ничего проблемы. Ну, проблемы, да. Тогда не трапят, кроме никого тут. Если так.
Plus 50 intensiv, plus gata, ai de 3 mici capeci, ai 4 mici capeci. Și zarplata de zastupnic nu-i 2700, dar ai 3 mici capeci. Deci, într-așecă, mie îmi stăt la băștete, plus gânduri, plus tătă este. Значить, пора добавити на вод по скимбарям пункту 3 до ось 25 до 50% на банки, так? Від 25 до 50%. Так, ми наявимо, значить, де голова, так вот, вам же приказан самый, так вы и нас видели. Моя домой, когда уж ничего не спустит, он начал дать. Так как куплет знал, я не могу куплет никак. До 50 весов. До 50 весов, да. До 50 весов, после его помощи. А куплет за батарей, ты сам как пункт 3, спит, примерно, до 50% в межах. В межах перемывания до экономии фонда до 50%, да? Да. Кто тогда вопрос проголосовать? В полимерном режиме. В полимерном режиме. Чем значит? За основу. Андреевский Корнелий Константинович. Ватаманюк Алина Виорелла. Да. Георгиев Давид Петрович. Да. Георгиев Петро Петрович. Я вас держу, пока ты не понял вопрос. Сложный вопрос. Очень сложный. Дальше. Горкин Сергей Николаевич, Глобучанов Татьяна Николаевна, Гриб Светлана Анатольевна, Дорофтей Василий Валентинович, Дубец Виктор Антонович, Киларов Игорь Георгиевич, Криган Марин Михайлович. Криган Марин Михайлович, воздержанный. Так, Курикеров Анатолий Николаевич, за. Курикеров Рика Васильевна, за. Лупашко відсутня, Лупонкуця Георгівна. Павел Петро Петрович. За. Петро Петро Краянович. А, вийшов. Федураро Анатолій Васильович відсутній. Рибта Сірін Георгійович. Середяк Сташко відсутній. Танас Константин Константинович має право, так? Конфлікт інтересів. Танас Михайло Константинович. Тимофій Михайло Іванович. За. Тинко Оксана Васильівна. Тимофій за. Да. Тинко Оксана Васильівна за. Середяк Іван Троянович за. Центарь Оріал Васильович. Утримується. Цинтар Сергій Аврілович. Не голосує. Не голосує. Цопа Петро Михайлович. Чеботаро Іван Іванович. Чукля Віктор Михайлович. За. Швабу Вірел Харламбович. Вірел. За. Якобан Валентин Дмитрович. Не голосуйте. Конфлікт інтересів. Так. Не голосують 4-5. 5 не голосують. А я голосую. Так. Утримаємося. Двоє. Проти немає, утрималися троє, не голосували п'ятеро. Рішення прийнято. Проти рішення подавати депутата районного ради. Ні, рішення. Так, це є правильно. Так, це має час. Дата діохта, задачі, януарі, а комісія, де це так, важко.
Татьяна Николаевна, Гриф Светлана Анатольевна, Дорофей Василий Валентинович, Дубек Виктор Антонович, Келар Игорь Георгиевич, Криган Марий Михайлович, Курикеру Анатолий Николаевич, Курикеру Аурика, за. Лупонкуца Георгиевна, за. Да? Павел Петров Петрович. Вишин, так? Петро Петрович Троянович. Ходурар відсутній. Рибта Сіверін. Середяк Сашко відсутній. Танас Константин Константинович. Танас Михайло Константинович. Тимофій Михайло Іванович. Тинько Оксана Васильівна. Крутяк Іван Троянович. Цинтар Євріал Васильович. Цинтар Сергій Євріалович. Відсутній. Цока Петро Михайлович. Чеботар Іван Іванович. Чупля Віктор Михайлович, Швабу Вірел Михайлович, Єркобан Валентин Дмитрійович. Двоє. Не голосують двоє. 27 за. Рішення прийнято. Розглядаємо на завдання. Про надання вирішення тут приміщень, що належить до спільної баси з центральним громадом центра міста, і це міста Єрмак. Глава регіонального відповідання. Якщо поступив предложення надати в оренду приміщення під літером І, що адреса міста Герцог, центральна 25, загальної площі 139,5 метрів квадратних, а саме приміщення площі для центру надання одним послуг. Ну, то, що ми прийняли рішення, ми маємо надати в оренду адміністрації, щоб для заміщення того центру. Пункт 2. Надати в оренду головному управлінню Держгеокадастру у Чернівецькій області за приміщення площі, тут не указана площа, розміщена за адресою центральна 25. Означає, там, де був відділ відеозелених ресурсів, він ліквідирован, і поэтому ми повинні заключити договір з Держгеокадастру. І яка орендна плата буде місце? А коли РАФ пропонував, на моїй дереберися, там хтось пропонував з Скотєм один оренда, город, він спать, це коло отдельний вход, є додому хеміч, що коридор. Коридор шукання. Коридор шукання. Я вам здавали приятно. Коридор шукання шукання. Ну, йому повезли, не площі, не площі. Туда управління Дверднього кадастру, за те поміщення Дверднього. Ну, я ще хотів типу Колоси Петру, Алчева, Петру Алчева. Надя Ростова. Судебный отряд. Я пропонял дискуссию с ним раз. А чей кандидатуры, как через его комплекс, где использована геномчая площадь? Я у вас. Да. Это же обеда нас трейстрата. На чей час проект будем спать? Акон моя поход ремонт, а потом в сам узел. Акон мой, вот и моя рука рука, то есть она где будет смежать, что нас, у нас не смежем, но я буду сам узел. У них есть камера чая, и на мой зал за заседание, но я в чае около сын. То есть ты в лосах? Ну, где же, да. Ну,
Dacă așa se trebuie, dar dăm pentru președinte de aia, să se trebuie pe sumă. Prieteni, 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 Dar voi cereți la bizetul vostru, ce spui? Unii metri,
Вернемся по финансовому лякочине, вот бюджету, да? Да. Ну, да, у банка у МЭК, а ему тут подъезд. Да, у меня тут подъезд. У меня тут подъезд. Поделаем, может, будем бриться, ладно, фаста.
Скажіть, так, це саме посадили дерева, але не в тому пуні. От я ми конгрівня. Конгрівня, так, 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 Палінірні райони, то ті вас рукавицько хоче наче у Тарабас, я раз свій бай і капу. На районі я валовий капіє. Нарі імпортанці. А ні, чи джуги шкала? Так, 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 Дякую.